В Егорском районе Восточно-Казахстанской области полностью решена проблема дефицита мест в детских садах. Все благодаря государственно-частному партнерству. Теперь в районе работают 10 детских садов и свыше 20 мини-центров. На днях в одном из крупных дошкольных учреждений открылась дополнительная группа на 30 мест. Мы получаем большую поддержку со стороны государства. Все благодаря государственно-частному партнерству. В нашем детском саду созданы все условия для развития и воспитания ребенка. Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым оборудованием. Здесь очень вежливый, грамотный персонал. С удовольствием нас встречают, провожают. Дети по выходным хотят детский сад, то есть дома им скучно.